Одинцовский клуб «Активное долголетие» отметил Международный женский день. В первой городской библиотеке буквально яблоку негде было упасть. Веселые, улыбающиеся, танцующие люди заполнили зал. Главной фишкой праздника стала программа Московского театра «Балаган». Артисты исполняли любимые хиты прошлого столетия и даже предстали перед публикой в образе матросов 20-х годов прошлого века. Не обошлось и без конкурсов. Гостям праздника предложили ответить на вопросы, связанные с Советским Союзом, эпохой их юности и молодости. Участниц проекта поздравляли, вручали памятные подарки и цветы, а потом для милых дам устроили чаепитие. Потрясающий заряд эмоций и энергии. Поэтому, безусловно, каждой женщине мы желаем также расцветать внутри, расцветать душой, и чтобы всегда были улыбки, хорошее настроение и то, что нам сейчас подарит весна, эти эмоции теплоты, добра и огонька в глазах. Приятной новостью для членов клуба «Активное долголетие» стало появление в направлении творчества двух новых преподавателей. Ведь это значит, что в Одинцовском клубе станет еще больше интересных занятий, а энергии у наших пенсионеров очень много. Елена Морозова, Мила Тарасевич, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».